Всем привет, ребят. Еще раз запишу видео по вот этим вот быстроразъемным соединениям. Они устанавливаются на коробки автомат и на гидроусилители в BMW. Я показывал, как его снять. Нужно подвинуть туда шланг, нажать эту штуку пальцами и стянуть. Вот. Ничего страшного, что он застрял. Но порой это на автомобиле сделать сложно, потому что туда попадает грязь. И из-за грязи вот эти усики не нажимаются. И не освобождают вот этот захват. И тяжело. Можно ключом подвигать, еще что-то пробовать там размачивать. Вот он снят. Что я сделал? Я вытащил. Ну как я вытащил? Я на принтере напечатали вот такой съемник. Вот это расстояние. 17,5 миллиметров. Семнадцать с половиной я замерял, не? А, я не то замерял. Так, стоп, сколько? 19,5 я ошибся. 19,5 я замерял. Вот это расстояние нужно мерить. Вот оно. 16,5. Он одевается вот так вот. То есть важно вот это расстояние. 16,5 сантиметров. Еще раз. Шестнадцать. Даже больше. 16,7. Я в описании оставлю ссылку на 3D-модель вот этой вот штуки. Можете где-то распечатать в городе. Я думаю, есть конторы, которые печатают. Либо этот съемник можно сделать самим. Использовать пассатижи, ножницы с такими захватами. Раз, сдавили, он сдавился. А потом рукой стягиваете. Но что здесь проще? Вот так вот на автомобиле это делаться будет. Не попала эта штука. Вот. Она должна сидеть плотно там между усами. Сейчас я его еще не снимается. Ставим. Я уже снял один раз. Вот. Все. Она сдавилась. Она сдавилась полностью. Видите? Все. И теперь я просто стягиваю эту штуку. Вот. Там видно, сейчас, что пластмасска нажала металлический ус. Металлический ус разошелся в стороны, их 4 штуки. Секунду. Вот, они так сжаты, видите, они держат вот этот захват. Когда вы нажимаете, захваты расходятся наружу и освобождают этот уз. Я думаю, смысл понятен. Вот. В принципе, штучка неплохая. Мне пригодится. Бывало, что я потел над этими разъемами. И очень сложно было тянуть. И еще тяжело, потому что эта штука, допустим, на радиаторе, она болтается, там все ходит. Опасно вырвать или выломать трубку или там еще что-то. И еще на гидроусилителе такие штуки стоят. Вот они. Сюда не знаю, подлезет, не подлезет. А вон на коробку. Вот он на коробку, видите? Ну, почти говорю, у многих BMW это стандартные разъемы. Они есть. Под 14 чем-то миллиметров. Также положу артикулы вот этих колечек. Часто спрашивают. Других запчастей не продается. Вот шайбы вот это. Ничего не продается. Подскажу лайфхак. На разборках бывают часто шланги или теплообменники с кусками отрезанными. И они за копейки продаются. Там 5-10 долларов. Мне один раз предлагали 2 шланга за 30 долларов. Я просто ушел, потому что это уже барыга какой-то продавал.
А так можно купить вот такой теплообменник, и ради этого, если у вас сломалась вот такая деталь, или там металлический ус, или там те остальные части, купить бэушную и все. На этом все.